мы все, вот все, что мы делаем нового или переписывали там заново, прежние такие как бы хиты свои, мы сразу на официальную страничку свою выкладываем, и люди этим пользуются, и я признательна, и мне цветочки посылают, любовь. Я думаю, что это самое главное. У меня такое количество любви вообще, корзин, цветов, слез, радости. И я считаю, что я счастлива. И какое пиратство? Это вообще бред на самом деле. Артист должен быть доступен. Другое дело, что авторские права, там композиторы, авторы книг, это уже другая тема, к которой я не имею отношения. Но как исполнитель, ребята, я ваша.